Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и сегодня у нас небольшой обзорчик на игрушку City Eye. Глаз города, да. Собственно, про чё игра, сразу скажу. Типа, ты оператор центральной системы мониторинга в каком-нибудь городе, и ты, твоя задача попытаться предотвратить различные последствия, которые ты только сможешь здесь найти. Да, большой глаз всегда следит за тобой. В общем, ты всегда под прицелом, даже в своем городе везде установлены камеры. Короче, сейчас даже и, мне кажется, пернуть, просто захочешь пернуть, тебя снимут, и, в общем, да, еще и штраф за это наложат. В общем, вот про эту игрушку. Мне ее давно советовал снять подписчик Вектор. Я эту игрушечку давно заметил в Стиме. Короче, погнали, посмотрим, что к чему. Я давненько, да. Да-да-да, я помню тот момент, когда мне Вектор посоветовал посмотреть. Я ее еще, по-моему, добавил в Steam в желаемое. Так, я, короче, про нее забыл, а сейчас захожу, такой, думаю, дай посмотрю, что к чему. Конечно, ожидания от моей... Мои ожидания от этой игры были больше, но ладно, хер да с ним, как говорится. Так, semi-automated, basic cam. А, тут еще и камеры можно различные устанавливать. Вау, нифига себе, ну сейчас чекнем. Так, ладно, окей, что у нас здесь? Так, наш город. Я, в принципе, люблю симуляторы, но... Так. А, у нас тут даже две улицы есть. Так, автоматическая камера, обычная камера. Так, игрушечка на русском языке. Вот, под контроль возьмем две улицы. Кайф. Погнали. Следим. Сука, всегда хотел следить за другими людьми. Но, согласись, кто бы не хотел. Так, на вторую камеру, вторая улица. Посмотреть, так сказать, на чужую жизнь. А что творится даже вот так вот в городе? Так хочется, так, знаете, стать таким хакером каким-то, взломать все камеры и следить, кто писает и какает в каком-нибудь углу. Так, а что здесь надо делать? О, челики, люди, мы их можем, короче, типа контролить, да? Так, закрыть, понятно. Ну, вроде здесь все нормально. Вот, все нормально, хотя мне вот этот вот тип сейчас прям не нравится. Смотри, смотри, а он прям, сука, выделяется прям из всех, такой типа, ага. А все такие в пиджачках, а тут такой тип одел какую-то летнюю рубашечку. Опа, вот это что за значки? А давай прочекаем его. Не, ничего необычного, ладно. О, ё-моё, пьяная, что ли? Стоять, стой, 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 у нас там... Да, блядь, отъедь-то отсюда. Как переключиться на другую камеру? Включите зеленый свет, дайте этой машине проехать. Там пьяная женщина упала. О, так, ну-ка, давай, ладно, пока. Я думаю, ничего плохого-то с ней особо не будет. Так, прочекаем здесь камеру, что у нас здесь происходит. Опа. Короче, ну как обычно, все нормально, да? Горит здание, никого не волнует, что там пожарище просто. Там горит три этажа. Так, вызвать пожарных. Ну, давай вызовем пожарных в пути. Так, я надеюсь, что здесь как-то будет прям реализовано такое, знаете, там, пожарка подъехала, достают гидрант, пожарные развертывают рукава, вся фигня, да, и начинают тушить. Они так просто подъехали, там что-то раз, все пропало. Так, а, даже так, да, вот так просто, хорошо, ладно. А, все, нормально, а что мы получили? Никаких очков даже, да, короче... Ой, как скучновато, грустновато. Подсказка. Да я знаю, что она здесь бухая валяется. Так, ну и чё? И как нам на нее нажать? Так, пожарная машина. Нахера ей пожарная машина? В жопу ей, что ли, засунуть? Гидрант. Скорая помощь. Так, скорая помощь. Естественно. Естественно. Челик просто. Че это было? Че он типа изобразил? Слушай, чувак, ты вообще не в положенном месте куришь, а что ты там куришь? Надо бы тебя проверить, конечно. Ёпте, мать, что он делает? Опа! Опа-на! Нифига ля какая, а? Слушай, че, полиция? А зачем полиция? А мне нравятся надписи. А мне нравится. А мне нравится. А чё она? Не, она не бухая, да? Чё с ней? Чё с ней случилось? О, отлично, еще один удачный день. Замечательно, офигенно. Так.
Да, не, мне реально нравится. Слушай, смайл. Улыбка, улыбнись, я улыбнулся. Да ну нафиг, да зачем ее арестовывать? Нет, ну нарисовал и нарисовал, что. Она там не написала же какое-нибудь матерное слово, да? Типа ху из ху. Ху из ху. Так, чувак покупает гамбургеры. А вот это, кстати, правонарушение. Вот за это быть, чувак, я бы сюда бы Роспотребнадзор бы вызвал, чтобы тебя проверили. Смотри, ты, блядь, сука, ты не чистишь лотки. Посмотри. Он шаурму, что ли, там крутит? Понятно. Понятно, все куплено, все куплено. Так, ладно. Чекаем. Ладно, короче, эту бабищу я оставлю в порядке. Так, вот здесь вот чувак, который ходил в какой-то майке или футболке, вот он очень подозрительный, сука. По-любому он что-то какие-нибудь закладки кидает. Так, опа, а вон там что происходит? А что там? А что? А я за углом, а мне не видно. А мне не видно. А что? А как? Что там происходит? Я вижу подсказку. Не, слушай, тут полгорода, короче, под каким-то средством ходит. Вот он, этот хер. Смотри. Он по-любому какой-нибудь гребаный распространитель, блин, дури какой-нибудь, я не знаю. Запомните, дети, наркотики это плохо, это очень плохо. Да почему? Да он полюбасу какой-нибудь, блин, я не знаю. Так, ладно. Такс, курение вредит. Я бы тут сейчас половину просто бы арестовал бы, штраф такие бы вписал, что мама не горюй. Ладно, поехали на вторую улицу. Так, о, ни хрена себе. У чувака двигатель загорелся. Понятно, все машины, все автоводители, автоводятлы ездят, как обычно, без огнетушителей. Как они, сука, проходят техосмотр, я поражаюсь. Ладно, окей. А может, таксист поможет? Или это не таксист? Нет, это не таксист, это похерист, понятно. Всем насрать, всем начихать. И да он такой, короче, стоит, типа, смотрит. Блин, что делать? Сука, что делать? Так, мы этого чувака еще арестовать можем. Интересно, за что? Полицию? Нахера полиция это? Подожди, тормозни. Я думал, это проверка какая-то будет. Ладно, короче, похер, арестуем его, ладно. Да, пускай арестуют, пофигу. Не будет в следующий раз поджигать машину свою же, причем в неположенном месте. Хотя я не знаю, есть ли положенные места, где можно поджигать свои машины. Так, девчонка нарисовала граффити смайл, мне нравится. Так, копы едут. Ага. Прикинь, они его сейчас, короче, зачекируют. Ну-ка, стой. Да ладно, серьезно, да? А, слушай, короче, он, может быть, чужую тачку просто решил поджечь. А, они еще и тачку потушили. Понятно, хорошо. Так, едем на третью камеру. Здесь вообще непонятно, что происходит. Где барыга наш? Все под какой-то химитозой бегают. Вон там опять шаурму продают, опять, блин. Все грязное, лотки, ничего не моется, кругом тараканы, блин. Все куплено, я понял. Так, 5.07, это типа до конца, смену, блин, быстрее бы отрабанить эту гребаную смену. Так, ладно, хорошо, поехали. Что-то там опять горит, слышу, что-то горит. Опять бухая бабища, скорая помощь. Поехали. Ёпта! Нихера себе. Блин, вот реально, чуваки стоят, курят. Одну за одной, я не знаю, ну, там с конца не закапает, интересно. Кидают бычки куда ни попадя. Здесь по-любому, смотрите, какая-то крутая наркомафия собралась, блин. Все что-то стоят, в разные углы смотрят, я не пойму, что они тут мутят. А вот я вообще, короче, сейчас сюда спецназ целый вызвал. А, вон наш, вот он, вот этот челик. По любасу, вот это какой-то заговорщик гребаный, но я не могу его арестовать. Так, смайл. Мой смайл, она будет что-нибудь дорисовывать? Тормозни. Стой. А, я же могу прямо сейчас, наверное, в прямом эфире поставить куда-нибудь на какую-нибудь улицу камеру. Не, нельзя это сделать. Так, а вот это что за крестики? Непонятные, что за крестики. Ладно, до хер да с ними.
Смена кончилась. Вау, нормально, $770 баксов я заработал. Так, следующая смена. To unlock the next district you crime. Rate must be less than 20%. Ага, так, наш уровень повышен на 20%. Мне это нравится. Так, нарушитель спокойствия, новое задание. Так, куда камеру можно поставить? Вот там вот в углу. Я не знаю, кто-то что-то полуавтоматическая камера. 500 баксов. Да не, обычную камеру. Давай захерачим вот здесь. Вот здесь поставим, а, наверное, вот тут, вот так. Давайте вообще вот этот район полностью возьмем. Полностью вот так вот. Все, погнали. Полностью вот этот район, сейчас будем следить. Там кто-то стоял, что-то делал вот на том углу, но мне камера не позволяла, да, у меня, ну, камеры не было, я не мог смотреть, что там происходит. Вот так ты идешь по улице, даже не можешь поссать в каком-нибудь углу нормальном стать, просто посикать, потому что ты можешь в штаны обоссаться и никого... В принципе, не епет, что ты обоссышься, да? Так. Но ты хочешь поссать, и тебе не дадут. Так. И чё? Короче, ничего. Я понял. Здесь чё? Блин. Слушайте, а давайте проверим каких-нибудь челиков. Так. Какое подозрительное лицо у нас? Какое у нас тут подозрительное лицо. Да никого да здесь нету, нихера. Икс. О! Стоять. Вот это полю... Да ладно. Да полюбас он что-нибудь сейчас сотворит. Подожди, подожди. Он сейчас какую-нибудь старушку грабанет, бля. Ладно. А, вот он, вот он. Сука, я отвечаю, это какой-то тип, это какой-то распространитель или еще кто-нибудь, я не знаю. Но полюбаса его надо скрутить, нахрен ему скрутить ласта. Опять пожар, вот этот чувак, он постоянно закидывает бычок в эти окна. Едем на следующую камеру. Ага. Ага. Спалился негодяй. Ну-ка вот на эту камеру переключимся. Где он? С какого угла? Где он там что рисует? Во. Смотри, что-то мутит. Так, полиция. А мы его даже не прочекали. А-а-а, граффити он там рисует. Ну, сука. Что он написал? Фокс? Лиса? Ладно, окей. Нет, девочка, которая писала смайл, мне более понравилась. Она заставляла меня улыбаться все время. Ты написал лиса. О, нихера себе, чувак там, короче, смотри. Сейчас, подожди. Стой. Так, нахер это закрыть? Как это закрыть? Вон тут. А, вот этих чуваков мы типа еще должны искать. Да нафиг, мы сейчас тут все найдем, не переживай, не сцы. Так, страйкс, форс, куда нажать, куда пережать. Там чувак, короче, одного чувака поставил на колени. Что-то он там с него требует, смотри. Во, вот этот, что он делает, смотри. Проверить файл, так, правонарушитель участвовал в незаконном обороте наркотиков. Он еще и сбежал освобождения из тюрьмы. Так, тормози, ну-ка. А вот это кто? А это кто? Мы ее можем профайлить? Нет. Короче, ладно, похер, короче, вот этого чувака забираем. Там опять полупьяный тип какой-то. Ёпти мать, диагностирован цирроз печени, понятно. Ну, я говорю, бухать надо меньше, конечно, да. Вызываем скорую. Короче, самое главное, смотри, чувак стоит, да, грабит тёлку. Тут народ кругом в парке гуляет, и всем такие, да похер, меня это не волнует. Во, смотри, вон там, да. Ну-ка, стой. А, блядь, как вернуться, во. Во, смотри, а чувак стоит, короче, на телефон снимает, а выложит потом в YouTube. Хорош, так. Да похер, да вернись, ты можешь вот это вот мне сейчас... Так, скорая помощь, вот это кто такое? Правонарушитель подверг... Ой, не буду я это зачитывать. Так, короче, чел, на тебя я бы даже целый спецназ нахер вызвал бы. Может, ему пожарную машину, да, вызвать. Чтобы то, что он нарушал до этого, ему гидрант... По самые гланды засунули. Ой, господи, вот это экшен-игра. Вот это прям экшен-игра. Нет, я, пожалуй, наверное, даже смену не буду доработать. Ой, милашка. Она уже не смайл пишет, а целого котика нарисовала. Как я ее люблю, а? Я, наверное, пожалуй... Пойду сам за вкусной пиццей, гамбургерами и что там продается на соседней улице.
дежурству пока оставлю свое в покое. А вот, короче, пальчик вверх, подписка на канал. Ну, вот так вот. Такой экшен, вот такой симулятор, господи. Я, конечно, ожидал большего, но это так, чисто развлекуха, знаете, так, чисто, чисто вот на чиле, на лайте, на каком-то поиграть. Короче, все.